вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює. А сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про те, як бути оптимістом. Як виявляється, щоб бути оптимістом, треба навчатись. І саме під час ефіру ви зможете розпізнати, хто ви – оптиміст чи песиміст. І все ж таки оптимістам бути краще. Як навчитись бути оптимістом, нам допоможе наша сьогоднішня гостя. Практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14 Ольга Алексєєнка. Олечка, добрий день. Здравствуйте. Всегда рада видеть вас в студии, потому что ваши советы помогают не только жить, но и правильно относиться к жизни. Оля, сегодня тема нашего эфира – как быть оптимистом, вернее, как научиться быть оптимистом. Все события сегодняшнего дня способствуют к тому, чтобы стать полным пессимистом. Но так нельзя, потому что сегодняшний день закончится, и начнется день завтрашний. А в завтрашний день хотелось бы вступить все-таки оптимистом. Будьте добры, как научиться быть оптимистом? Ну, сначала я такую хочу дать метафору, что такое оптимизм. Для меня оптимизм – это когда, например, ты потерялся в лесу, но ты знаешь, что кто-то обязательно встретится и выведет тебя из него. То есть это, по сути, вера в себя и вера в других. Это именно вера в себя и вера в других. Дорогие телезрители, представляете? Верьте в себя и верьте в других. И тогда это первый шаг, чтобы стать оптимистом. А вот, кстати, верить в себя, верить в других. Но тут тоже нужно научиться. Оля, как научиться видеть светлые стороны жизни, но при этом не быть наивным? Наверное, многие телезрители согласятся с нами, что разглядеть вот эти светлые стороны бывает очень непросто. Количество ежедневных проблем, катастрофы, которые случаются, неприятности, которые разрастаются, как снежный ком. И под этой стороной вот нечасто можно разглядеть какие-то перспективы, которые нас окружают. Почему одни люди говорят, что есть доверие, есть надежда, не впадают в какую-то фрустрацию, не замыкаются в себе, потому что они нашли в себе способности находить и культивировать те способы и стороны своей жизни, чтобы сделать себя счастливым. И мы попытаемся рассказать вот в этой передаче, что, как научиться смотреть позитивно на людей, события и мир, который вокруг нас существует. Да, и вот скажите, а существует ли здравый, позитивный образ мышления? Вот он существует? Да, конечно, он существует. И он строится на надежде и реализме, который вокруг нас окружает. То есть просвещенный, если можно так назвать, оптимист, он существует. И это, еще раз повторюсь, это в основе его лежат вера и умение радоваться в жизни, которая тебя окружает. Потому что, как говорил вольтеровский Кандид, это все лучшее в этом мире, в лучшем из миров. То есть нужно этот мир не идеализировать и не отрицать, то есть находиться в той золотой середине, которая именно сопутствует тебе. Да, позитивный образ мышления существует, и это такой вот беспокойный оптимист, который позволяет без лишнего пафоса какого-то относиться к своим будущим, своим идеям и вместе с тем позитивно относиться не только к будущему, но и к настоящему. Позитивный образ мышления, он помогает человеку даже делать здравую оценку происходящего сегодня. Да, конечно. Даже негативного какого-то явления. Конечно, позитив. Мы знаем, то есть разумный оптимизм, человек, который обладает разумным оптимизмом, он знает, что какие бы ни были препятствия, существующие в нашей жизни, какие бы разные неприятности ни происходили с нами, он сумеет проанализировать эти возможности и верит в свое будущее. То есть, что будет все хорошо. Да, это очень здорово научиться. Оля, а скажите, пожалуйста,
вот судя из всего, оптимистом быть, да, есть черты характера оптимист, но если человек все-таки обладает пессимистичным складом мышления, но он понимает, что этот пессимистичный склад мышления заводит его в тупик, можно ли научиться быть оптимистом? Можно ли заставить себя стать оптимистом? Конечно, можно заставить себя стать оптимистом. В этом помогают нам книги, личная терапия, есть тренинги, которые помогают развить оптимизм и уверенность в себе. Но вот как часто бывает, после тренингов, да, после посещения психотерапевта или после чтения книг, у нас такой, знаете, запал, искра происходит в глазах, да? А потом, когда мы опять окунаемся в какую-то рутину жизни, в какие-то вот обыкновенные наши течения жизни, то мы сдуваемся, как воздушный шарик. Потому что быть именно, воспитать себе такого позитивного, реального оптимизма – это работа всей жизни. И закладывается она еще в раннем детстве. А если в детстве не заложено, вот если ребенок рос в атмосфере, что все плохо, он вырос взрослым, он пессимист, но он понимает, что ну, нужно что-то менять. Если взрослый человек и пессимист, не поздно ему научиться быть оптимистом? Нет, не поздно, потому что он может это сделать сам осознанно. Или может он, его жизнь может столкнуть так, что если он рос в семье пессимистов, и вдруг он женится или входит замуж, и там семья оптимистов. То есть он, окунаясь в эту среду, он меняет свой взгляд на другие вещи, на мир, который его окружает. Да, хорошо, если главное, что он поменяет, но чтобы не поменяли другие на пессимистичный склад. А взгляд на мир с точки зрения оптимиста. Как вы думаете, Оля, в чем преимущество позитивного взгляда на мир? Позитивного именно. Вот знаете, вот как говорил Уинстон Черчилль, что пессимист видит трудности каждой возможности, а оптимист видит в каждой трудности видит возможность, то есть пессимист видит трудности в каждой возможности, а оптимист в каждой трудности видит свои возможности. То есть принято считать, что человек, который верящий, что в будущем его ждет хорошие события, они с ним и случаются. То есть чем побольше мы верим, что у нас ждут хорошие события, тем чаще они будут с нами, у нас на пути встречаться. Вы так думаете? Да. То есть можно сказать, что позитивный взгляд на мир и формирует и жизнь позитивную вокруг человека, который смотрит позитивно на мир. Да, конечно. Это еще замечали еще древние ученые и философы. То есть нас расстраивают не наши невзгоды и наши неприятности, а то, как мы относимся к ним. Как мы воспринимаем их в себе, как мы их анализируем. Так получается, вот что лучше, быть пессимистом или оптимистом? А здесь нельзя, это две стороны одной медали. Две стороны, подождите, сейчас, Оля, одну минутку, две стороны одной медали. Оптимист и пессимист. Я всегда полагала, что это не одна медаль, а что это разные медали. Давайте посмотрим, кто такой пессимист. Давайте. Это человек, который говорит, что у меня ничего не получится, что у меня все плохо. А кто такой оптимист? У меня все будет хорошо, у меня все будет классно, все у меня все получится, все. Но еще, знаете, есть такой принцип Поллианны, это то есть он заключается в том, чтобы видеть все хорошее во всем. Но вот этот принцип может скрывать в себе внутреннюю тревожность и депрессию, которая заключена в человеке. То есть нельзя быть закрытыми глазами, видеть все хорошее или видеть все плохое. Пессимизм, что он отдает пессимизм? То есть это критический взгляд на жизнь. То есть это положительная сторона пессимизма? Положительная сторона пессимизма, которая дает оценить нам критически, с критическим взглядом нашу жизнь, просчитать все наши шаги и, будучи оптимизмом, если мы будем смотреть другую сторону медали, оптимизм взять, то с этими
просчетами идти уже к тому, что верить, что все будет хорошо. То есть должна быть золотая середина. В человеке совмещается и оптимизм, и пессимизм. Если, например, человек интроверт, конечно, он направлен вглубь себя, он способен больше копаться в себе, и тогда у него более проявляются какие-то пессимистические качества. Если человек экстраверт, то есть он направлен на внешнее, обстоятельства, на внешний мир людей, то тогда у него проявляются больше оптимистические качества. Но если мы будем всегда говорить, у нас классно, у нас все хорошо, вы представляете, у меня хороший муж, у меня хорошие дети, и вдруг муж уходит другой. И что сделает оптимист, такой наивный оптимист? То есть он пойдет в депрессию. Глубочайшую депрессию. Потому что он не был к реальности, он не смотрел критически на свою жизнь, что происходит вокруг. Или у меня ребенок гений, и вдруг что-то случается с ребенком, или он получает плохие оценки, или что-то еще происходит. То же самое, наивный оптимист впадает в какую-то депрессию или в тревожность. Видите, друзья мои, оптимизм и пессимизм – это две стороны, как выясняется, одной медали. Плохо быть только оптимистом и плохо быть только пессимистом. Нужно искать где-то золотую середину. А где вот мы сегодня пытаемся найти эту золотую середину? Оленька, как вы думаете, почему одни люди, вот мы сейчас говорили о том, что оптимист, если он не готов к жизни, то угу. он станет жертвой. Угу. А вот почему одни люди легко становятся жертвами обстоятельств, а другие умеют им сопротивляться? А потому что здесь получается, что они находятся вот такой в стиле объяснения, почему это с ними происходит. Потому что, например, если мы возьмем пессимиста, он объясняет все свои неудачи там, это внешними сторонами проявления его жизни. А если он чего-то достиг в жизни, пессимист, да, например, то он это объясняет какой-то там случайностью. О, повезло. Угу. Случайно причем повезло. Случайно повезло. Да, нет, все плохо, но это повезло случайно. А что делает оптимизм? То есть он, если у него все получается, он реально смотрит на жизнь, и получается, что он объясняет вот эти свое везение своими действиями. Он не просто полагается на жизнь, а он предпринимает конкретные шаги. Вот и получается, что некоторые люди становятся жертвами обстоятельств, а другие, несмотря на что, продолжает сопротивляться нашей жизни. И все-таки я очень надеюсь, дорогие друзья мои, что вы не станете жертвами обстоятельств, а если даже случаются какие-то негативные обстоятельства в вашей жизни, у вас хватит здравого смысла и ума, чтобы не стать жертвами обстоятельств. Но для этого еще нужно изменить взгляд на жизнь. Оля, а как изменить свой взгляд на жизнь? Давайте мы попробуем, вот возьмем условно день, какой-то целый день человека, пусть это у нас условно будет, мы не можем сказать, что люди похожи одни на другого, и такая вот гипотеза. Возьмем и распишем день, как проходит, вот, например, человека, потому что оптимизм идет от нашей воли, а пессимизм от нашего настроения. И возьмем первое, что в 6 часов, да, мы сразу пробуждаемся. Нейрофизиологи заметили, что в это время... В 6 утра вы в 6 имеете? Утра, да, конечно. Ну, кто-то в 7, кто-то в 6. И получается, что нейрофизиологи считают, что в этот момент мы во время пробуждения очень восприимчивы. Именно во время пробуждения, да? И поэтому в эти первые минуты, когда мы просыпаемся, нужно задать себе такую положительную установку на день. Как мы это можем сделать? Это мы можем сделать, как бы просмотрев фильм на экране, где мы в главных ролях, где наши родные в главных ролях. То, что мы видим на этом экране, мы прокручим, что у нас день проходит положительно, все нам удается, и все у нас получается. Но именно вот такой фильм – это создать его образы, образы, да? Образы, конечно. То есть создать образ, ну, можно так сказать, что создать модель предстоящего дня. Да, позитивных тонах. В позитивных тонах. Потом, например, мы идем на работу, и в 10 часов мы условно назовем это время в офисе.
Что происходит? У нас мы решаем разные рабочие вопросы, разные, обращаемся к начальству, подписываем какие-то документы. И если мы будем думать негативно, что у нас не получится, что нам не подпишут документы, то, конечно, и ничего не произойдет. Но бывает очень сложно, знаете, начальник бывает такой строг, там, или что-то еще там происходит. Лучше представить себе такую технику, можно использовать, что представить себе вот начальника в каком-то другом образе. То есть представить его человеком. Представить себе его подчиненным, своим подчиненным. Не обязательно, нет. Можно представить, как он играет с внуками или с детьми где-то. Как он общается со своими домашними питомцами. Мысленно представить. Мысленно, да, перед конечно, тем, как зайти к нему на подпись. Да? И поэтому мы сразу увидим, где что происходит. Где реальный человек, а где просто то, что он вступает в должности в роли начальника. Ну, да, каждый играет какую-то свою роль. И если даже мысленно дать положительную роль, ну, даже своему начальнику, друзья мои, то и ваш начальник окажется не таким страшным, как кажется на самом деле. Вот позитивные мысли, они очень важны, но не нужно сбрасывать со счетов и негативные мысли. Оля, но посещают негативные мысли. Посещают. А могут ли они быть полезными? Конечно, могут быть полезными, потому что они нам дают ту грань, где не нужно быть бездумным оптимистом. То есть, если нам нужна где-то предосторожность, нам нужен пессимизм. То есть мы еще раз должны, я напоминаю зрителям, что мы должны еще раз просмотреть, что вокруг нас окружает, как мы можем поступить. То есть с негативными мыслями мы чуть-чуть прокручиваем тоже ситуацию, как бы прошел наш день или наша жизнь, там что-то в зависимости от обстоятельств. Но вместе с тем думаем позитивно, что будет все хорошо. Но мы знаем прекрасно вокруг, что нас окружает. И поэтому, используя те реальности, то, что нас окружает, мы думаем позитивно. Оленька, вы знаете, вот я о чем подумала сейчас. Если эта теория, которая говорит о том, что позитивные мысли создают вокруг тебя позитивное поле и не дают разным негативным обстоятельствам пробить это поле, если эта наука и эта теория работают, но тем не менее большая часть нашего общества пребывает сегодня в некоем таком негативном настрое. А почему не обращаются к вот этим практикам? Ну, я понимаю, мы все-таки вот сидим здесь в эфире и пытаемся рассказать вам, телезрители, что все-таки лучше мыслить позитивно, с некоторым негативным уклоном. Но а почему все-таки мало работают вот эти теории? Потому что, ну, наша жизнь так сложилась, что даже можно учесть то, что есть какой-то национальный менталитет, да? В Украине мы всегда как бы люди боролись за выживание у нас. В Советском Союзе вроде бы и декларировался оптимизм, все, что будет хорошо, но мы все равно были задействованы только в том, чтобы как бы выжить в тех реалиях и в тех существующих... Не жить, людях, а выжить, выжить, да? Да. И как бы еще влияет очень часто религия на наш выбор, в том, что как мы себя ведем. Почему мы не берем вот эти практики? Потому что, может, даже много еще задействовано как бы из детства, что как закладывалось у нас родителями, что происходило у нас в семье. Потому что дети, они как губка, которые впитывают то, что дают нам родители. Ну, конечно, дух семьи. И бывает, родители учат, делай так-то и так-то, а поступает совсем по-другому. Или когда ребенок маленький, вы посмотрите, дети уже сплошные оптимисты. Да, да, конечно. И надо очень постараться сильно родителям, и они, наверное, конечно, стараются, чтобы сделать их пессимистами. Потому что, вот, например, ребенок начинает ходить. Там везде лезть, везде дотрагиваться. И представьте реакцию мамы, когда мама будет тревожна в себе, и что будет чувствовать ребенок?
он тоже будет чувствовать тревожным, и он вырастет тревожным ребенком, и он дальше будет расти тревожным. А если мама знает, да, этот мир не идеален, но ребенок должен почувствовать, он должен набить свои какие-то шишки, и она будет спокойно относиться к тому, что происходит вокруг его ребенка, ее ребенка. То есть и ребенок этот вырастет жизнерадостным и оптимистическим, настроенным. Это одна деталь. А вообще, от чего еще зависит наш личный выбор взгляда на мир? Вот кроме того, что закладывается в детстве. А от чего еще, Оля? От базовых функций интеллекта. Был такой проведен эксперимент канадскими психологами. Они способствовали тому, что вот дети учились плохо в школе, и они устроили такие занятия, что как бы повышать базовые функции интеллекта, то есть развивать аналитический склад мышления, там, ума и еще что-то, делать анализ, синтез. То есть и поэтому и интеллект повысился. Они достигли своего результата, но повысилась, вместе с тем повысилась еще уверенность в своих силах у этих детей. Угу. А скажите, пожалуйста, есть ли оптимальный баланс между оптимизмом и пессимизмом? Ну да, конечно, есть оптимальный баланс, когда можно смотреть, вот получается, что наши стороны... Если смотреть на какую-то ситуацию, то в каждой из нас и в этой ситуации есть сторона оптимизма, а есть сторона пессимизма. То есть и нужно ее правильно сочетать. Еще раз напоминаю, то есть критический взгляд на мысль, но при этом позитивно мыслить. И вот мы говорили с вами о том, что основные все-таки мировоззрения закладываются в детстве. А как вырастить своих детей здоровыми оптимистами? Я бы хотела привести вот такие ситуации, что мы уже говорили, да, поступки делай так, как, смотри, делай, как делаю я, что и они наблюдают, дети за нами, за нашими поступками, что мы совершаем, то есть они впитывают в себя все. И тут можно какие-то вот примеры такие привести, да, например, если сын или дочь постоянно плачут, там, например, что-то не получается у них. Что нужно сделать? Завести, например, ритуал. Вот, например, одни родители, когда их сын плакал, они завели такой ритуал воскресный, семейный обед, и за этим семейным обедом каждый член семьи должен был рассказать какую-то смешную там историю. То есть перед тем, как ребенок подготавливался к этому семейному ритуалу, он отвлекался от своих грустных мыслей, и поэтому как бы вот он перенастраивался на позитивный лад. Нужно объяснять ребенку, да, что у нас несовершенен мир, и поэтому, но мы знаем, что бывает кому-то еще хуже. То есть учиться сравнивать себя не с другими, а с самим собой. То есть давай вспомним, что было, например, на прошлой неделе. Мы себя хорошо вели, мы себя там, у нас все получалось, ты получал там хорошие оценки. Да, сегодняшнюю неделю что-то плохо случилось, ничего не получилось, ничего страшного, завтра будет лучше. Да, завтра все равно будет лучше, конечно. А, знаете, Оля, если, например, жена оптимист, а муж пессимист, как выжить в паре с пессимистом? В первую очередь научиться понимать и принять вот партнера своего, будь то мужчина или женщина. Что для этого нужно сделать? Постараться не заразить себя. И не позволять себя заразить себя. Да, мы вот говорим своему партнеру, что мы хотим куда-то пойти погулять или что-то совершить. А он говорит, да, все равно ничего не получится, давай дома останемся или там посидим. Сказать, стоп, он не прав. Мы должны все-таки что-то сделать. Потом пробуждать его, искать решение. Не постоянно думать какого-то... привычно его логике действовать, а посмотреть, предложить ему ситуацию, смотри, что-то получалось у нас лучше, что-то хуже, давай попробуем еще какие-то... Предложить ему проанализировать, да? Да, сделать какой-то еще выбор.
искать корни. Почему это произошло с ним? Мы же прекрасно знаем, что, может, у него были какие-то печальные события в жизни, которые произошли, которые не позволили ему стать вот таким пессимистом. И спросить себя, в чем мы выигрываем в этой ситуации. То есть, да, судьба нам дает шанс, как бы, встречу с этим человеком, но выбор-то делаем мы. Для чего нам нужен этот человек? Чтобы мы, может, заботились о нем, чтобы мы как-то достигли свою значимость в том мире, что мы существуем. Угу. То есть все-таки окружить этого человека, в первую очередь, любовью, заботой. Вот, и пониманием. И пониманием того, что принятием, да, его пессимизма, но настраивать его все-таки на оптимистичный лад. А вот если мы заметим, да, когда общаемся, то очень много, как бы, вот если же в семье есть пессимист, то остальные члены семьи, если они более-менее оптимистично настроены, они как-то перестают обращать внимание на его пессимистические настроения в этой жизни. Да, и в этой тогда семье царит здоровый оптимизм. Друзья мои, мы за здоровый оптимизм. Я надеюсь, что вы, все наши зрители, здоровые оптимисты, даже если вы и пессимисты. Сегодня мы с вами хвилювались про те, як навчитись стати оптимистом. І нам допомагала практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14 Ольга Алексєєнко. Оля, спасибі вам за таку відверту бесіду і розмову. Друзі, не хвилюйтесь, все буде так, як тому повинно бути. На все добре.